Я думаю, я доживу до того дня, когда никто не заметит. Так, надо минуснуть и по тем, кто не был с пула. Еще был не был с пула. Я совета. Все верно. Нас. Просвещенного немало. Я могу чем-нибудь помочь? Так, просвещенный, можешь вот ДД, Физифилакс, ДД, Юпи в Ретрика. На этом боссе. Еще один сугроб. Больше червей, богу червей. Так, ну давайте попробуем это сделать, не в службу, а в дружбу. Не в службу, а в дружбу, надо просто с пула сбить склеп с НПЦ, а потом после каждой заморозки смотреть, кто еще из рейда заморозился, и НПЦ замораживается заново. Надо будет склеп сбивать каждый раз после заморозки. Кушайте рыбу. Новый шкаф. Какой мороз, мороз. Босс кидает две метки, потом замораживает весь рейд. Мы становимся на границу с этими метками, ждем, пока кинется снежный ком, потом забегаем в них. Если забежать раньше снежного кома, вас откинет на 15 метров, вы не сможете, не успеете забежать до заморозки в этот снежный ком и заморозитесь, провалите чего. Ой, да. Заходи на мишку тогда. Дайте каску, магу. О. Пеппер не дает каски. Джимс, у кого-то есть. Написано. Так, чек на пул. На пуле эти приставки. Давайте лапа, приставав. Лапа есть, приставав есть. Не лапа, давайте лапу еще раз.
Отлично, все, погнали. Видите, ледяные вспышки надо сносить каждый раз после заморозки. Время боя постоянно двигайтесь, чтобы у вас дебафа не было. Огненный мяу, парим, двигайтесь. Все двигайтесь, следите за своим агро, метках не стойте. Прыгайте возле босса и дамажьте его. Сбегайтесь, грозовые тучи дадут баф вам. Диспельте уколы. Костер, сбегайтесь. Получите три вида бафа. Получите от чего? Вида бафа — это сбежаться в грозовую тучу, в луч света и в костер. Сейчас будет заморозка. Смотрим две метки. Две большие метки. Рядом с ними надо встать. Стали рядом с этими метками. Снежный ком упал. Все, забежали. Забежали быстро в этот снежный ком. Лана не успел забежать. Он очень медленный. Поэтому надо сбить склеп. Давайте, сбивайте заново все склепы. НПЦ заморозились тоже. Надо склепы все сбить. Получить ачив. Альтея, прыгай. Почему ты не можешь сама себя здесь пылить? Где рассеивание? Опять ледяная вспышка, опять то же самое, опять на границу становимся. Смотрим, кто в этот раз заморозится. Ну, кто в этот раз не заморозился. Повезло, наверное. Разбиваем опять склепы с НПЦ. Ну, вот, отлично. Можно дать рост. Двигайтесь опять в лучики, в костры. Опять ледяная вспышка. Забежали. Ну а я чего получил? Опять рандом какой-то. Значит, если бы главное забежал дворе, мы бы еще и третью чуть сделали. Ладно, идем дальше. Тердро. Ну, опять щит падает. Лол. Четвертый щит. Подряд. Давайте, завоеватели роли, две штуки. Нет, не нахило. Что мы до смертей будем делать? ДЦ есть у кого-то? Да, могу зайти. Ну, тут три, тут танки не очень. Короче, весь смысл такой, чтобы... Чтобы не сдохнуть. Да. Встать всем на рейндж. Хотя надо чего это, да? Последнее. Так. Кровожадность — это что? Ну это походу надо мобу законтролить. Чтоб пристрелил за контроль, да? Тот же Саурон. В общем, вторая, короче, смысл в том, чтобы не умереть, как это сделать. Нужен ДЦ, фастер спекаешься. Потом... Я престом зайду, у меня престел. Последняя ачивка, дорога. ДЦ будет. Ладно. В общем, во второй фазе всем выйти на дистанцию, как начнется бой. Всем РДД и всем мильдикам. 12 метров друг от друга. Не знаю, если у вас есть ДБМ, набирайте дистанцию 12, пробел. Рейндж пробел 12. Время боя. Даже милики. Все выходят на дистанцию. Сколько у нас миликов? Все верно.
Это уже спекнусь холи пана. Милики, Англиф, Эскалет, Хризефилакс, Джулиан, Прорицатель, вы все на рейндж. Выходите, когда начинается вторая фаза. Вторая фаза начинается тогда, когда мы спускаем босса, он спускается в комнату. Танка больше надо. Нет. Там сейчас два? Ну, три. Там можно в два танка вытащить. Просто прожиматься надо правильно. А даже если будет 3-4 танка, это ничего не поможет. Вовремя не заберете. Блин, мошка может спекнуться в танка. 4 пойдем, да? Еще, моба не убивать, звезду не трогать. Сейчас поставим шкаф. Или мошка в аркан зашел? Спекайся в танка, будешь танчить. Просвещенный тоже будешь танчить. И воет. На второй фазе будешь танчить босса, с танка с дебафом будешь забирать босса. Миликом в рейндж и не бить, все верно. И коня несу. Значит, первый босса танчит воет, потом забирает босса просвещенный, потом лимошкой так по кругу. Так, в комнату, в комнату, в комнату. Войт идет. Крауд. Джест. Ходите в спину. Пропал. Да нет, я просто смотрю. Кого можно отправить? Варенька тоже пойдет. На цетом хорошо хилит. Кто еще в комнату хочет? Джерис ПД, тоже иди. Андрюх, оставайся. Не, прорицатель, ты никуда не идешь. И Манелтер идет. Манелтер, Варенька, Войт, Джерис ПД, Джест и Крауд. Вы в комнату идете. А мы остаемся здесь, видите, тут зеленый круг такой большой, мы там все стоим. Ты спекайся в ДД, на второй фазе просто выйдешь на дистанцию. А, лимошка просвещенный танчит трэш и боссы. Чек на пул. Эти лапы. Кстати, молния это природная магия, может там тотем поставит природа. Все верно, ты правильно сказал. Шаманы, тотем от природы. Эскалет, ты готов? Лимошка готов? Эскалет, ты в РК? Да. Понял, что надо выйти на рейндж на второй фазе? Сейчас да. Будет отлично. Лимошка готов? Кулак. Тут лимошка? Кулак. Все, погнали. Все здесь. Бьем моба. Слышу, это Пайпером. Что, стой? Подождите, не бейте мобов, он Пайпер что-то хочет. Незваные гости! И заплатите за то, что посмели... Он что-то неправильно говорит. Тут 2 ДЦ, что ли? Судя по всему, да. Вы? Что это? Пофиг. Зайдите все в звездочку. Сейчас скажу вот сюда. Впереди танков не агрим ничего. Две минуты, это первая фаза будет. Влево. Не достаю слишком далеко. Я пока не могу использовать.
Где защитник-то? Защитник, который бьет вихрем? Да. По-английски он чемпион. Не знаю, почему его перевели защитник. Ну вот он, защитник, я застанил его. Быстрее играйте звезду. Слишком далеко. Надо подождать. Ну что там? Да нормально. Только что колосса убили. Мы это последнему доходим. Ну, еще минута. Хардмод. Защитник, останьте от этого дурака. Не надо оковы кидать, он пока дойдет, как раз дойдет и вихрь кинет, дает. Вы не успеете убить его. Главное на Войда капельку кинуть. Просвещенный, ты будешь кидать первую каплю, скажу когда. На Войда. Так, играем защитника. Ну все. Так. Ждите, подождите, трэш убьем. Просто трэш убьем. Все, запускай. Запускай босса. Выходим все на рейндж. Вышли на рейндж все. Милики все на рейндж. Давай рост. Танки, можете фастер еще дальше отойди. Фастер в тотем иди. В тотеме следующего потока. Просвещенно забираем. Забери босса у Войда. Войд перегревает почему-то. Наверное, хочет, чтобы мы вайпнулись, блин. Срывает агро. Олег Краус, пусть. Не вижу. Он сверху. Так, лимошка, забирай сейчас босс, забирай босса лимошка. Сакру давай лимошка. Будет удар. 5 секунд до удара. Вот заберешь босса. Вот забирай босса. Лимошка капля на Войда. Через 10 секунд будет еще один удар. Расвещенный давай сакру. Просвещенно забирай босса. Забирай босса. Так, давайте сакры. Гимн отхил, все поем. Кто-то умрет или нет? Последние 200 тысяч осталось. Мы были. Грацвань. Спасибо. Все. Все, можно в ладони ходить. О, будешь? Давайте ролим завоевателя. Интересно, на это чем? Три на Фрея смерти были. Ну все, теперь остались легкие боссы. Покоритель. Пилону сходим сегодня.
Чего? Алголон Фрей... ходит? Да, на Фрею идем. А, да, лимошки тоже. Идем на Фрею. Так, просвещенный в Ретрика может спекаться. Пастов в РДД, спекайся в ШП. Опять идем 3 хила. Да просто минусую ЕП всем, кто не с нуля, чтобы в конце рейда дать одинаковое число и не вспоминать, кто на какого босса заходил. ДК притягивайте звезду в рейд, играем точечный минус. Так, убиваем, делаем сложное чего, называется хардмод. Тяни звезду. На следующей неделе будем делать отчего с деревьями. Чек. Крауд готов. Ладно, без крауда погнали. Танчим босса. Хороший босс без смертей. Играйте в древних. Появится деревце, в него тоже играем. Веди босса под грибы. Встали все под грибы, чтобы сало на вас спало. Чё-то без смертей, да? Ну, никто не танчит дерево. Ну, блин, лимошка, ты танчишь дерево? Нет. Наверное, нет. Давайте босса дальше бьем. Встали все под грибы. Рикошете каст. Без смертей, да. Выходите с лучей. Сливайте масляные бомжей, зовите. Там звездок. Да, черт, не успели. Снова ясен. Благодарю вас, герой. Посох, 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 посох. Нет, тут слишком много вагонов. Слов нету. Вагоны. Да я там каким-то зайти, если надо. Так, защитник. Ладно, сейчас подумаем. Коритель. Там, да, хил, кем-то зайду, если шо. Mm-hmm.
Так, формула. Уже два высасывания за рейд. Кинжал. Алхимики роли. Ну, посчитаем его бонус. Так. Ну, блин, ну, пожарный не убивается, он два хулипала и рестер шамана. Там что тут еще у нас? Лалана. Ретрик 4.9. Ну, хотя можно. Да, прорисать из пека, если 3 хапа в третьем. Ну погнали, попробуем. Может хуя пистом тут зайти? Тут он тащит. А мы пожарника как убивали раньше? Ну, с хулипристом. Со мной, по крайней мере, там один раз убили. Ну, давай его фастер, пускай лучше. ДЦ спекнется, не надо никуда перезаходить. И так сойдет. Что там, чек АФК? Лимошка, прорицатель, искра воображения, портал, быстрее портимся. И давайте лучше хардмод на Везексе сделаем. Давай, давайте. Там топ-3 не надо хуба. Лимошка, ты тут? Да. Да где ты? Все, погнали, погнали, просто бессмертие сделаем. Кто я танчу? Моба. Дайте на пол навалить сразу, мощно. Великий, будет шоковый удар на первой фазе у босса, каст 3 секунды, надо отбежать, как на притяжке у Синдры. Там смотрим. Подбежали. Видите, шоковый удар кустует босс. Фантастика. Идем дальше. Можем сделать бессмертие. В общем, вторая фаза. Стоим все в звездочке. Никто ничего не делает. Так, мины. Не взрывайте просто так. Они сами исчезнут. Останемся за дочкой бегаем. Продолжаем. Пеппер, каску, повару. Давайте встали в звездочку, кроме одного РДД какого-нибудь. Давайте босс играем. Ничего не надо проверять, ставим звездочку. Делаем без смертей. Все, все под босса. Под босса, все под босса быстрее. Сейчас будет обстрел. Под босса. За спину под босса. Вот лазерный обстрел, за спину спрятались. Пеппер не наносит урона, я проверил. То же самое надо будет сделать на последней фазе, стать за спину. И мы получим очевидно смерти. Давайте, воздушное судно в воздухе летает, играем. Красота, правда? Я называю это непревзойденным.
Так, вышел моб, его не бить. Лимошка, звезду забери. Лимошка. Звезду не бить. Заведешь лимошка в красную метку. Так, РТД, бьем башку, мелики низ, середину, все понемногу. Главное, чтобы все три части тела были слиты одновременно. Дали все подбусы. Ну, кроме одного РДД там. Там забежишь. Давайте, сейчас. Бля, звезду убери. Так, играйте в босса. Рост. Так, мины не заходим. Больше по низу. Все вниз играем. Вниз все сыграли. Стали все по боссу. Бомбы бегите. Крауд, крауд. Странно. Вниз играем больше. Беги, малыш, за спину спрятались. О, делали бессмертие здесь. Как ни странно. Прикольно. Смотри. Сейчас бы еще вылете, зашел бы просвещенный под. Конец связи. Так, завоеватель ролим. Что меняет токены? Кто орали? Усиление дай. Защитник. Портал оболевшейся галереи, идем. Там у латников, по-моему, там, где кузня меняется. Там, где кузнечка, там горная, там где-то. Ну, если латник, то там, да. Так, может, если тряпка, то в нитях судьбы, а если кольчуга, то рядом с французским банком. Да, прилетатель ДД, фастер в ДД, плариум, галерея. У кого хорошая реакция? Я не так спросил. Как у каратиста, только диван было. Там фалана под босса. Просто. Короче, третья пати будет за... Скажу. Третья пати бегайте за краудом, кружочек, допустим. Четвертая пати за квадратом. Прикольно, мне нравится. Это кого портануло? Всех? Или... Куда? Не, нормально все. Она спортанула. Значит, ищите дальше. Что, на юго пошли? Да тут, пару человек выкинулось. Кто-то, может, протонулся вниз и согрел яду? Да, но тогда бы всех протонуло. Кто такой умник? Проверим.
Эскалейт, ты где сейчас находишься? Валана, понятно. Скидывай бой и заходи в обвалившуюся галерею. Лимошку сильно сильно. Так, осталось два босса. Ой, здесь надо за группу следить. На этом боссе, наверное, да? Наверное, да, все равно не будут бить, если гер-режим делаем. Не, давайте дефоли будем делать, уже это быстрее. Рейд поздно собрался. 22.10 или это так, да? Гер-режим, да, ты говоришь? Почему бой висит? Такой же вопрос. Туда-то надо еще ебануть. Пошли. Не могу реснуть Пайпера. Где он лежит? Ну. Это справа забыл. От вас. Справа от вас. Ладно, ты мог уже снять бой, давным-давно выйди с инста и зайди обратно, нажав обвалившуюся галерею, зайти. Огненный мяу, ты где? С ним. Так снимайте бой. Дело так не будет. Зачем ты это сделал? Ну и кто тебе теперь лиснет? Понятно. Что он там сделал? Смотри, дай-то потрахаться. Чёрт, даже ответить нечего. Что за фигня была? Дайте пробафать, она сказала, и потрахать. Потрахаться. Хотел пошутить, но как-то даже ничего не придумал. Слишком взрослым себя почувствовал. Сейчас плюс ноль будем делать, всем всех заходит. Да. Ни одной мне так послышалось, да? Это прорицатель был. Прорицатель это я, а не тот, кто там сказал такое. Да ладно, у меня тоже так бывает, когда микрофон вроде выключен, а там мои зовут меня что-то такое шоу, а потом с меня все коржет. Да я вообще... Кадиллак, какой у тебя ник в рейде? Почему Поппер не встает? У тебя теперь персонаж Welcome to Hill. Танки просвещенный, он не может спекнуться. На коробку дать. Ну чё, ждём мы. Сейчас чё стоим. Она под усагрю. Там немножко потанчит, думаю. Да, немножко АФК стоит. Так что вы сейчас упадете все.
Ничего страшного. Давайте я пока побегаю, Триша, вы залете аулишным дамагом. Манечка, хорошо. Теперь можно идти. Немножко пришел. Ну, немножко как раз пришел, можно захилить. Правда, хилов теперь нету. Бывает. Можем все умереть, чтобы бой скинулся, например. Ну, сейчас это невозможно. Надо на йоге вайпнуться. Сделаем как раз стражами, почему и вайпнемся. Хочу все мертвы. КП кончилось. Просвещенный спекнись, пока в танк этот АФКшит чел. Кризи Филакс тоже. Помогите, трэш потанчи. Давайте, осталось два босса, это минут 30. При хороших раскладах. Сумма нету. Танки погнали так. Там осталось-то 4 моба. Пошли. Там каски Пеппер, Юпи. Крест. Раздай каску. Что вредно от дома, мне ПМ вечно пишут. Бля, что это вообще в голосина? Да-да-да-да-да. Я тут понимаю, бля. Чем вы жжете? Блин, я вспомнил случай у друга.
когда там деда хоронил, он, короче, ну, уже гроб, все положено, ложат его, короче, в могилу, и крышка гроба хуяк отпадает, и все это видят. Блин, не знаю, что-то смешно стало в тот момент. Видите, какой я ненормальный. Фу, никогда не ходите на похороны. Такое это веселье. Что, да? Слишком весело там. Я бы не сказала, что это веселье. Это весело. Проводить человека в последний путь. Не скажу. Я 2 года назад маму проводила. Ну вот, я тоже проводил. Это не веселье. Каждый воспринимает это по-своему. Так. Опять забагался бой. Он не разбагивался. Ну да. Давайте, короче, попробуем сделать тенефобию. Третья пати в кружочке будет бегать. Четвертая пати в квадрате. Киллы все под босса. Милики под босса. РДД, которых я не сказал, под босса. Просвещенный. Хант первый. Под боссом не стоит. Пускай... Ну давай, Хмели Санэль в кружочек будет сбегаться. Чек на пол. Лимошка тоже в ретрик, спекайся. Держи кулак. Плариум, ты стоишь под боссом, хилишь танка. Так, прилицатель готов? Ага. Да. Отлично. Готово. Так, запад саранит или тенефобия? Тенефобия давайте сделаем. Да давай саранит. Ну, там вихрем кто-то будет бить, мы не сделаем. Да, блин. Если все в РК, то все слышат. Да просто долг. Если вы как-то смотивируете людей приходить вовремя на сбор, а не через 40 минут, тогда будем делать это. Сейчас 23:00. А ты отбегай, отбегайте от нее. Смотрим, кто. Улетели, да, уже? Теперь можно расслабиться. Что копии были, алло, нормально все. Да, ну все, отбегай. Да какие копии, нет, конечно. А сейчас не копии, да, были? Тогда тоже не копии. Блин, если... Ладно, было смешно. Пожалуйста. Ой, блядь. Можно упасть, короче, сделать заново тенефобию. Зачем? Давай делать нормально эту гер-режим. Хорошо, делаем гер-режим, бьем к боссу. Вы поняли, что... Можно убить, короче, пофиг. Надо отбегать от копья вот этого черного. Сова пуч, он да, все верно. Капельку на ул. Накидаю. Ну зато повеселились, да? Да, это весело. Хочешь. Я вообще кроме ульты никуда не хочу ходить. Я макс хочу. Я тоже не хочу никуда идти. Макс можно. КРС уже. Мне вообще это целый КРС тошнит. Фу, льда, это сложное место. Что ли на воду кинуть, чтобы веселее было? Ладно, как-нибудь в другой раз сделаю тенефобию. Кармот. Будешь можно было 2 очистки одновременно сделать как-то. Это невозможно. Все? На этом сервере не делал 2 очи в одновременно. Ой, Фастер, выбегай. Убегайте от Фастера. Видите, босс хилится. Хотя не, у нас такой ДП, что мы даже не замечаем, как он хилится. Магу БР дать им? Магу на ляме, да, дать? Саранитку БР? Да. Ну, не знаю даже. Джест, подымай, Менска. Подымай быстрее. Ай, где быстрее? Сделали ачивы, неплохо, он провал безумия, Лимошка молодец. Колечко на Р... не на Эрдру, а на Плеста, наверное. На Лока. Идол. Почему бой? Потому что мы живы. Сейчас мы будем делать ачивы под названием
что-то там с 9 мобами. Они появляются из стен. Серьезно? Да. Да, вы умеете веселиться. Это еще слабо. Тут до главных троллей нету врага, просто с нами они гульбы не ходят. Так, кому тут можно диванчик кинуть? Не надо никому диван кидать. А, да. Просвещенный лимошка и рылок делаете. Диван коту, он кого типа ключит. Не надо никакого дивана, просто подождите, пока Alt-F4 прожмет просвещенная лимошка, они прожимают Alt-F4. Мы все становимся на дистанцию, ждем, пока 3 человека сагрят 9 мобов. Потом идем тупо заливаем под ростом мобов и все, и под сакрами. И все просто и чего. Есть просвещенная лимошка, сделали Alt-F4. Мы их просто ждем. О боже мой, может что это за гадость. Где? Давай только кто-нибудь один. Да Идол, не помню. Джесс, передай, пожалуйста, вот бисту идола. Ну давай по круговороту теперь Лалана на Войда, давай. Проще будет. Так. Заходим за линию. Чек. Так, тут он не с нами, огненный мир. Все милики РДД просто с тем звездочки. Когда будет 9 мобов, мы идем ебашить их. Извините за мат. Ебашить сказал. Ты за идола срется. Ты базы стоит. Ладно, ладно, не отдавай ему за хамство. Он какой-то странный. Ты согрели. Бой, ты будешь танчить мобов или ты будешь включать дурачка, мне заходить на ДД. Вот, иди танчи, трэш. Стали в звезду. Просто танки походите по лужам. А точно северка? Не знаю. Просто не сова вот бьет. Кайл, ладно? Блядь, прорицатель спился уже. А как прорицатель попала в контроль? Сводите мобов в одну точку. Быстрее. Давайте рост. Сакры, заливайте мобов. Можно гейм на отхил спит, кстати. Кто там? Блин, долго бьете. 400 кача, 300. Давайте еще разок. Танки просто дрочили, ничего не делали. Прорицатели, как ты попала в этот? Я сказала, я вылетела, вы меня не слышали, да? Не. Я вот зашла и меня сразу контроль взяла. Я даже не знаю, почему. Вот я так не должен делать. Ну, сейчас из-за того, что затупили немного, минус 5. Из-за этого... Мы не сделали чего. Хризефелак, спекайся тоже в танка. Не надо придумывать фигню всякую, типа точечно метку ставить, точечно бить, что смеешься. Просто сводим все в одну кучу и заливаем. Мы же так делали 1000 раз с плюс 0. Ну хоть скинули. А, мой. Последний портал. Провал безумия. Слушай, он же на второй фазе должен контроль брать, нет? Что?
Непонятно. Да, я думаю. Я думаю, почему меня в контроль взяло. Давайте фулбаф, я дам кулачок. Порешали конфликт с тотемом в 2018 году? Слышь, вы тут в ПМ написали, да, что так за тотема срется? Тотем, который стоит 20 баджей. Порешали вопрос? Ты знаешь, что он срется? Не знаю. Да его макроса на обмен нету. Он по одной тыкает. Странный чел. Ладно, чек. Каски нет. Короче, Води, ты в квадрате стоим, я пойду по агрю мобов, танки позабирают. Что мы делаем? Скрываем кучку и вайпаемся, да? Каски, кто да. Дает? Каски, каски. Пеппер дрочит, наверное. А, у него просто нет. Могу бафнуть, если надо. Ну, попробуй бафнуть каску, да. Стойте все в квадратике, близко к мобам пока не подходите. Как будет 9, заливаем, милики тоже заливают. А мне что, у дверей стоит? Или в центре? Ну, вот здесь где-то стоит, где кружок. Танки, погнали. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Ла-ла-ла. На-на-на. Мобов. Кто там любит агрить мобов? Уже не помню всех раков. Мне Реал ничего не говорил. Я могу так делать. Ну, еще два. Восьмой. Рост. Даем рост Сакру. Блять, помните, мы в прошлый раз... Так тогда с хранителями было, мы 4 хранителя делали, и ты звал. Мы без хранителей делали. Давай плюс 0 делать. А ты точно их 9, а не 15? Я бы сказал, что все 20 вышло. В понедельник делали. Да, 16 стажа это много. Ладно, давай, я не буду агрить, вы просто танки будут стоять в центре, и мы ничего не будем делать. Подождем просто 9 моба без агра. Я, наверное, просто переусердствовал 16 штук. Ну, в понедельник же делали чего с без хранителя. А я догадалась, как я в контроль попала. А я нет. Я вылетела, и на меня дебаф не повесился. Когда я зашла, дебафа не было. Ну, это объясняет, почему ты в контроль попала. Что-то додумалась. Значит, вылетать не надо.